Краскове продолжается ремонт подъездов. Там уже выполнили четверть от общего количества запланированных объектов. Напомним, эта работа ведется в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». В доме на Карла Маркса в Краскове ремонт подъездов идет полным ходом. И тут это настоящий праздник. Такая масштабная работа здесь проводится впервые за 60 лет. Одна входная группа уже готова полностью, вторую планируют завершить в ближайшее время. Работа согласно регламенту, он утвержден МинЖКХ Московской области. Они входят, это покраска, побелка, замена почтовых ящиков, ревизии слаботочного оборудования, кабеля и так далее. На сегодняшний день в Краскове отремонтировано 112 подъездов, а это порядка 25% всех входных групп поселка. Весь ремонт в обязательном порядке согласовывается с жителями подъездов. Ведь именно им ежедневно придется видеть выбранное цветовое решение. Для того, чтобы ремонт подъездов шел более эффективно, во многих домах городского округа установлены вот такие камеры видеонаблюдения. Таким образом, практически каждый желающий может посмотреть интернет-трансляцию и, как большой брат, следить за тем, как ведутся работы. Контролируют процесс ремонта не только через интернет. Управляющие компании постоянно смотрят за этим процессом, выезжая на объекты. Приемку подъездов, помимо управляющей компании, жителей старших по домам, осуществляет администрация городского округа, также жилищная инспекция Московской области. Вы вкладываетесь в срок? Да, работы идут согласно графику, даже с небольшим опережением. Программа губернатора «Мой подъезд» рассчитана на 4 года. За это время должны быть готовы практически все входные группы городского округа. В этом году эти работы завершат холодам к 1 ноября. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.